Что вы делаете? Дэн! Алло, Дэн, Денис! Да. Дениска! Проснись! Ты его отключи, позвони. Не, он так быстрее проснулся. А он что, уснул? Я он там хуярит, он там убивает его. Зачем вы это сделали? Зачем вы Лена запиздячили? Да кто я такой призрак, блядь? В лучшем случае я запираю в багажнике лимузина и убиваю. Вы хорошие дела. Вы должны приставать. Такого хрена. Дэн! Играть со мной решили? Поиграть? Да, с твоей комиссией, да. Я связан с кем. Дэн, сука, блядь, мудак ёбаный, хватит спать. Дэн. Чё? Алло. Чё у вас? Дэн. Говорите, как сам. А раньше ты чего молчал? Не лезь, блядь. Нет, просто... Дэн! Убейте меня! Блядь! Тихо! А то моргну! Тихо, а то моргну, блядь! Дэн! Сегодня все будут жить! Да я понимаю, заебись! А что, ты играл там? Дэн! Денис! Проснись, братан! Хватит спать, нахуй! Я не очень хорошо всё подумал. Да я понимаю, блядь! Хуёво ты всё продумал, блядь, Дэн! Дэн, просыпайся, братан! Блядь, пожар, братан, пожар! Сейчас, а чё-то не лечь. Да не хватит! Подожди, у меня кое-что есть. Что у тебя есть для меня? Да мою преданность. Преданность — это хорошо. Мне этого не надо, мистер, чё? А, ну давай тогда. Давай! Да блин, блядь. Да что тебе дать, нахуй? Мне оно тоже не нужно. Я тебя умоляю, а белке не нужно. Это смешно, потому что он не уреет. Дэн, блядь. Не такой. Дэн. Ну что за фигня? Дэн, пожар, вставай, братан. Ладно, давайте, валите отсюда все. Вот, иди сам нахуй отсюда, ёб, слышишь? Дэн. Я тебе позвоню. Да нахуй ты мне нужен, блядь, звоните. Нет, Василий, мы больше не можем дружить, да? Почему не можем дружить? Ты охуел, что ли? Мы с тобой тут надо. А, ладно. Да ты спятил. Давай поговорим завтра. Ты один из самых крутых и добрых парней, кого я знаю. Ты умный, ты смешной. Я тебя люблю. А, чем ты делаешь? Происходят плохие вещи и страдают люди. Да в том-то и пишешь, это весело. Они пора. Хуя веселого, я в этом не вижу, братан. Прости меня. Ну ладно, хуй с тобой. О! Бля, он выключился. Это Дэн! Бля, он отключился. Значит, он проснулся. Не, он выключил и дальше свет бля. Он комп выключил, что ли? Прикинь, на гвоздь, да.
Он дискорд с ученых выключил. Бля, прикинь, я пятый дом обхожу и нету нихуя. Че там смотришь? Да нет, тут это, тут какие-то хуи пригласили меня. Я не знаю, кто это, блядь. Они меня пригласили к себе, блядь. Я их, правда, не знаю. Нихуя они раздают, слышу, троих с пекалями убили, нахуй. Прикинь. А я бегаю М24 нашел и больше нихуя нету. Зато, блядь, уже 90 патронов на М-ку нашел, прикинь. Ни юмпа, ни хуя нету. Просто М24, пиздец. И бою как хочешь, нахуй. Не, конечно, рад М24, блядь. Ну чё за хуйня, блядь? Ой, хоть миник ещё, ёпта. Я, если честно, хуй на это воевать, нахуй. Прикинь, полмиль ты оббежал, нахуй. Я не нашел еще ничего такого, блин. Кроме одной снайперки и полуснайперки, блин. Он гранату кинул, пидорас.
Слышь? А ты можешь в это ко мне в лобби зайти? Я к тебе или кто? Да, я сейчас тебя приглашу. Подожди, я выгляну еще. А как в лобби входить? Ну я сейчас тебя приглашу. Ты сидишь там в этом? Просто мне надо, чтобы кто-то разговаривал с ними, спросить, чтобы они меня знают, блядь. Так, я тебя не вижу, что ты, блядь, ты где? Я в этом, в игре. Ну, ты можешь выйти, где-то хуя там народу? А ты сейчас... Алло? А как ты спросишь, я не понял. Кто спросит? А? Кто у кого спросит? Ну, если ты ко мне сейчас зайдешь, мы залетим в катку и спросить, почему они меня всегда приглашают, призрак 21 какой-то, нахуй. Бэтмен 94, блядь. А ты не можешь спросить? У меня связь не работает. У меня не работает связь. Так у меня не работает тоже связь. У меня сама не работает после блокировки. Это crazy fuck какой-то еще добавился. Их вообще не знаю, кто это такие. Почему мне... Призрак постоянно меня приглашает. Может, он влюблен в тебя. В Steam можно добавить его в друзья в этом, блядь. Прикинь. Ну, эту хуйню. Еще раз. Ну, то можешь не добавлять его в Steam, а можно добавить его в друзья в силу. Алло. А, в игре, что ли? Да. Алло. Алло. Блядь, он не работает. Так, стрим знает от людей так через лобби. Ну, смотрит, когда стример вот, и нажимает подбор. Меня там зовут он другую, я тут этот нашел, блядь, сервер Discord. Я типа напарников ищем. Ну, заходишь за... там. Че за сервер? Ну там, короче, заходишь, там сквад 1, сквад 2, сквад 3, дуул, 2, дуул, 1, дуул, 3, дуул, 4. То есть в комнату заходишь, к ребятам. Понимаю, сервер известный какой-то. Ну, не знаю. Ну, народ есть постоянно тут какой-нибудь. Алло! Блядь, я в воду упал, блядь, с ботами, нахуй. Кто такой призрак? О, я знаю, есть же сайт. Сайтный. Я там жалоб. Что за фигня, почему...
Я понял, почему стримеры чаще всего в соленку играют. Ну, потому что проще. Потому что когда бегаешь толпой, килы достаются кому-то, а не тебе. Yeah.